Пока сугробы растут, техника и люди работают в усиленном режиме. С появлением первого январского снега по магистралям стартовали снегоочистительные машины, 25 пескоразбрасывателей и 11 тракторов. Центральные артерии под контролем особым. В первую очередь очищаются от снега те дороги, по которым ездит общественный транспорт. Сработали оперативно и эффективно. Как результат, отсутствие коллапсов. Заранее помониторили прогноз погоды, были готовы. Скажем, выехали с момента начала снегопадов, то есть знали интенсивность осадков, обработали согласно технологии, распределяли количество песчано-соляной смеси в соответствии с нормативными документами. Для борьбы с наледью и снегом в этом году заготовлено 25 тысяч тонн песко-соляного реагента. 6 тонн уже использовано. В случае обильных снегопадов и нашествия антициклонов наводить чистоту в городе будут 83 единицы спецтехники. В арсенале дорожников пескоразбрасывательные машины, снегопогрузчики, тракторы, самосвалы. Современные машины, конечно, облегчают борьбу со снежной стихией, но вот воспользоваться ей во дворах сегодня сложно. Припаркованные автомобили по-прежнему препятствуют наведению порядка. А потому проверку на прочность проходят не только машины, но и специалисты по комплексной уборке. Уборка крайне осложнена, особенно проездов во дворах в центральной части города. Количество машин, которые стоят во дворах, не позволяет использовать везде именно автотракторную технику. Поэтому основной упор сделан дворниками на пешеходные связи, подходы к подъездам, проходы вдоль домов. Вот. Что касается проезжих частей, то там, где по возможности можно заехать тракторной техникой и расчистить, мы применяем ее. Там, где невозможно, ну, где-то обращаемся к людям. Пока как бы зима только дала о себе знать, выпал первый снег, ну, работа идет в полном объеме, как бы стараемся убрать, работаем с 7 утра, то есть как бы пока жильцы выходят на, ну, уже на работу, то есть пытаемся, по крайней мере, тротуарные дорожки прочистить, то есть перед подъездами. Вот. А потом уже как бы убираем детские площадки и прилегающую территорию. Брест ежедневно убирают 248 дворников. Появление снега, конечно, добавило некий дискомфорт, но особой напряженности нет. Нет такого акцента. Центр города или это микрорайоны, которые, да, находятся на окраинах города. У каждого ЖЭСа есть своя территория. Поэтому дворник закреплен за определенной территорией. Заготовили для посыпки мы на сегодняшний день 350 тонн песко-соляной смеси. Из них 85 тонн на сегодняшний день выделено на каждый из 13, всего на 13 ЖЭСа выделили 85 тонн. Остальное находится в запасе на общем хранилище. Кстати, горячая пора и у информационной службы ЖКХ. Сегодня сотрудники диспетчерской службы предприятия «Коммунальник» в реальном времени с помощью системы навигации GPS отслеживают работу техники по всему Бресту. А потому максимальное реагирование в случае дорожных происшествий гарантировано.